Всем привет! Кошка ест чипсы. У нас нестандартная кошка. Она любит пирожные, чипсы. И вот я только отошла, и она рванула на стол. Как только почувствовала запах чипс. Причем чипсы она любит не все. Это лейс, лук со сметаной. Что, неудобно дымка, да, тут большие куски брать? Очень вкусно. А хруст какой стоит. Еще у нас любит дымка пирожные. Но тоже не все. Какие-то она делает отборы такие. Бисквит она любит. Торт Прага. О! Лижет. Ну, держи. Иногда можно полакомиться, да, дымка? Тем более я редко такие чипсы покупаю. Мне обычно нравятся лисички со вкусом лисичек лейс из печи. А это вот лук со сметаной. Ну что, все что ли? Ну все. Все.